Действительно нужный подарок для Щелковской областной больницы сделал депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. С помощью этой гидравлической тележки врачи теперь будут без труда перевозить баллоны с кислородом для аппаратов искусственной вентиляции легких. Тележка специально предназначена для транспортировки тяжелых грузов. Подъем баллонов будет осуществляться с помощью ручного управления гидравлическим домкратом. В технической службе очень тяжелые баллоны с кислородом. И вот гидравлическая вот эта вот тележка очень нужна. Мы сегодня от фракции «Единая Россия» в Совете депутатов приобрели и, так сказать, вручили. Также в благодарность за тяжелый труд в период пандемии Владимир Шапкин вручил медработникам медали и почетные грамоты. А молодая гвардия решила порадовать медиков корзиной с фруктами. От Московской областной думы за труды. Самый у нас, как говорится, выдающийся герой сегодняшних дней – две почетные грамоты. Напомним, что в хирургическом отделении Щелковской областной больницы ранее размещали коронавирусных больных. Сейчас корпус снова функционирует в обычном режиме, и, по словам врачей, здесь уже проводятся плановые операции. Больные с ковид теперь проходят лечение только в больнице на Краснознаменской. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.